В ДТП на федеральной трассе погиб сотрудник МЧС. 25-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался на месте. Смертельная авария произошла утром на 29-м километре дороги Челябинск-Москва. По предварительной версии, водитель на большой скорости не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. 25-летний сотрудник пожарной охраны получил смертельные травмы. Известно, в момент аварии лихач был лишен водительских прав.